конкурс, дети читают стихи. Мясникова Софья, 7 лет. Город Пермь. Ольга Бергольд. Летели листовки с неба на пороге замерзших квартир. Будет хлеб, вы хотите хлеба, будет мир, вам не снился мир. Дети плача хлеба просили, нет страшнее пытки такой. Ленинград ворот не открыли и не встали к стене городской. Без воды, без тепла и без света день похож на черную ночь. Может, в мире и силы нету, чтоб все это превозмочь. Умирали и говорили, наши дети увидят свет, но ворот они не открыли, на колени не встали, нет. Мудрено ли, что в ратной работе город наш по-солдатски хорош? Федор построил его на болоте, но прочнее земли не найдешь.